Пантеон Балтика. Улица Грекова. А вот такая красота на проспекте Мира. Это стены Калининградского зоопарка. Проспект Мира, 19, здание страхового общества «Северная звезда» 1936 года. Подлежит государственной охране.
вот так вот странно немного, то светофоры повсюду с маленьким интервалом для пешеходов, а как видно, пешеходов тут очень много, и все толпятся, и каждый на перегонке бежит через переход, а здесь наоборот нерегулируемый перекресток.
Центральный парк культуры и отдыха. Театр кукол. Я вообще думал, это больше на собор похоже. Что делать с собором в парке? Это театр кукол, оказывается. Город-сказка. У меня садится батарея скоро.
это действительно была церковь, кирха. Участникам восстановления и развития города Калининграда и области.